городской администрации прорабатывается пилотный проект по установке веб-камер на дорожную технику или опоры освещения. Таким образом, любой желающий сможет наглядно удостовериться, как выполняется ремонт дорожного полотна. Монтажные работы, в принципе, на этой начале следующей недели будут завершены. Первые пилотные камеры поставят, мы посмотрим по качеству картинки и просчитаем уже количество необходимое нам с учетом контрактов, которые будут заключены, планируем в мае месяце. Контракты, по словам чиновников, будут заключены в начале мая. Планируется ремонт 35 участков улично-дорожной сети. Общая протяженность обновляемого дорожного покрытия составит 41 километр. Суммарная стоимость работ – 1 миллиард 229 миллионов рублей. Достаточно большой объем работ, поэтому на сегодняшний день все процедуры, связанные с торгами, проведены. Значит, ориентировочно где-то после 15 мая окончательно мы уже приступим к ремонтным работам. А пока дорожники готовятся к капитальным изменениям, 18 бригад уже приступили к карточному ремонту. Планируется установить новые светофоры на перекрестках Нариманова-Мичурина и Любови-Шевцовой, а также реконструировать устаревшие в новом городе на пересечении проспектов Авиастроителей, Туполева, Тюленева и Ленинского комсомола. Более 800 миллионов рублей в этом году направят на дорожное хозяйство в новых строящихся микрорайонах – в Новом городе, Ленинском и Засвияжском районах. До октября планируется построить проезжую часть и тротуары по улицам Зырина, Кашубы и Юго-Западной, а до июня следующего года – Маршала Устинова и Крефельской. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».